что увеличиваются расходы УГХ. А где здесь каким-то образом учитывается ремонтные работы дорог? В данных предложениях по корректировке бюджета такие расходы не предусмотрены. Но заканчивается первый квартал. Как вы понимаете, вопросы нужно было поднимать, наверное, их нужно активно продвигать, потому что сейчас мы будем опять от жителей города Назарово слышать в адрес и администрации депутатского корпуса о том, что дороги находятся в ненадлежащем состоянии, мы, получается, не закладываем ничего и не прогнозируем, получается, даже. Ну, краевые средства еще не выделены, то есть ждем распределения краевых средств. В рамках текущей деятельности у нас же есть запланированные средства на ямочный ремонт. То есть кроме текущих расходов, которые были запланированы, дополнительно на дороге не предполагалось ничего. Правильно? У нас всего 7 миллионов. Мы делим остатки 7 миллионов. Дополнительных доходов у нас не предполагается рассмотреть. Дальнейшее при исполнении бюджета будет возможность, конечно, будем рассматривать. Ну, то есть из этих 7 миллионов на данный момент на дороге пока ничего не выделено. Ну, с ним-то еще не сошел. Начинать с ямочным ремонтом все равно, наверное, рановато, но, скажем так, уже надо об этом думать прямо серьезно. Я согласен, что как-то надо этот вопрос учитывать. Ну, у нас же еще, по-моему, с прошлого года деньги остались. Эти остатки 7 миллионов, о которых идет речь, которые сейчас предполагается разделить в ту вот составляющую, которую нам сегодня пояснили, включая вот ИПСД, которая в 26-м году